Всем привет, друзья, с вами Димбос, и сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт. У нас уже 11-я серия, и сегодня мы пойдем в шахту, да, почему-то мне пришла идея пойти в шахту. Сейчас только соберем тыквы. Оп. А также мед. Раз. А, давайте пчелиные соты. Ладно, это потом. Все. И у меня уже 16 бутылочек с медом. Это по мне так, это очень много. Так что, это прикольно. Так. Мне бы... У меня просто железо заканчивается. Да. Поэтому нужно сходить в шахту. Так, ромашки. Вот это. Укладываем все ненужные мне сейчас вещи. Так, ну на всякий случай. И... А, 16 максимально. Даже 17, то есть у меня бутылочек с медом. И да, я сделал парочку кирок. На неразрушимость, отдельная эффективность. И также просто эффективность. Ну, и обычная железная кирка. Это что такое? Его здесь не было раньше. А, стоп. Почему-то я забыл. Давно я так не катался. Ой. Все. Так, железка. Так, а что у нас здесь? Я помню, я сюда только в начале серии ходил. Знаете, я не хочу в каньон. Я там чаще всего умираю. Я буду просто делать шахту свою вот здесь. Может, что-нибудь найду. Стоп, а я... Да, я забыл взять факела. Ладно, у меня их вроде бы не было. Так, тогда... Древесный уголь. А как делается древесный уголь-то? Не хочет. А если... Ну вот как мне сделать древесный уголь? Я ж помню, как-то его можно сделать. Вот. Вот почему-то я не помню, как сделать древесный уголь, но как-то я его делал. У меня уголь там вроде бы остался сверху, поэтому быстренько заберем чуть-чуть. Хотя там еще уголь... Нет! Делаем вывод, не надо поворачиваться назад. Вперед.
Все, приехал. Так, не здесь. Не здесь. Да вы издеваетесь? Я ж помню, где-то он был. Может, я здесь пропустил? Придется пытаться найти его сейчас. Ну, кажется, я нашел. Ай! Какой гравий. Так, ну, уголь достаточно часто встречается и много. Поэтому не будет проблем у меня. Каких-нибудь, например, алмазов. Про изумруда я, конечно, пока что молчу. Но если бы нашел, это было бы вообще чудесно. Сказочно. Так. Круто. Так, вот моя вагонетка. В каньоне может и проще найти руды или в какой-то вообще шахте, но в каньоне также проще умереть. Здесь, когда вот так копаешь, меньше шанс. Даже не будет течь. Пропускаемся. Нет! 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 Я попал опять в этот каньон. Да где бы я ни был? Он меня преследует вообще. Антезит, спаси меня. Диорит, спаси меня. Наконец-то. Потому что я в каньон не очень хочу спускаться. Просто это каньон. Эх. Продолжим копаться. Я здесь был, это как бы уже конец каньона. И здесь вроде бы есть шахта. Такой высоте. Так, кстати, моя кирка на неразрушимость потихонечку ломается. Почти что половину истратил. Это пока что позже. Это конец, да? Да, еще как конец. Так. И, кстати, я кое-что сейчас заметил. Опа-на. Ура! Отметим алмазики. Сейчас. Эх.
Лава, исчезни. Не исчезнет до конца. Гравия много. Почему гравий? А, мне просто так захотелось. Ну, как бы миссия выполнена, он упал. Фух. Просто я не хочу потерять свои алмазы. Защищаем. Все. Один. Эх. Почему у меня, помните, произошел у меня инцидент за кадром, когда, о, золото, я нашел 18 целых алмазов там за 20 минут, а потом упал в лаву. Но почему теперь один алмаз мне встречается всегда? Ладно, это тоже, конечно, хорошо, но нельзя мне побольше. Ну вот один алмаз. Круто. Все. Сколько у меня уже угля? А давайте все соберем вот здесь, чтобы вообще больше вспоминаний о том, что надо идти в шахту за углем, не было. Как вы поняли, я буду весь ролик просто добывать всякие алмазы. Надеюсь, это не последние алмазы за этот ролик. Так. Раз. 2, 3, 4. А, стоп, стоп. Ой, я случайно на shift нажал. Ну, ладно, а 2 лазурита откуда? А, я зачаровывал эту кирку. Не упадет. А вот... Так. Сейчас мы... Ага, ловушка. Опа. Все. Не, ну... Ладно, пока что ловушек не вижу. А вот они, ловушки. Очищаем периметр от ловушек. Потому что гравий меня всегда предавал. А что, на что у меня? А, на эффективность. Так. Я вижу железо уже. Там. Замечаю. Ловушки. Но сначала уголь. Каждый уголек важен. Чувство, как будто бы я здесь был или кто-то. Как будто бы второй игрок. И построил мне лесенку. Уголь. Много угля. Так, все, вроде бы все. Ну, чтобы все переплавить здесь, нужно много угля. Хай, братан. Чего я за?
занимаешься, тоже добываешь? Кажется, подхватил вирус и не добыл все алмазы. Ладно, попробуем. Ага, ловушка. Ага, ловушка. Теперь я вычисляю все ловушки. Расставляем. Так, железо. Сначала добудем вот здесь все железо. Так. Одно. 4. Уже 5. Так, грибочки. О, а здесь побольше, кстати. 8 уже. Вот здесь. Всего у меня 19. Так, нам нужно больше. Так, уголь. Так, у меня заканчивается кирка. Нужно потихоньку. Нет. Нет, нет, нет. Здесь все делаем на шифте. Пусть это может. Не очень. Так. Во-первых, я здесь точно не был. Вот теперь это я могу сказать наверняка. Нет, нет, нет! Да... Да вот... Почему? Вот единственный вопрос. Почему я упал? И сейчас я находился около лавы. Так, я вот сюда пошел, да? Около лавы я находился, и, как обычно, у меня в инвентаре был алмаз. Интересно, что с ним случилось. Я совсем не удивлюсь, если он в лаву упал. Эх. Куда я пошел? Меня здесь не было, поскольку здесь лава. Я вот здесь проходил. Потом вот здесь. Потом пошел сюда. Вот так. Сейчас мы проверим наши вещи.
Ну, хотя бы утешение. Ну, это за потерянные алмазы. 6 алмазов. Спасибо, и я сейчас пойду домой и складу, короче, положу их в сундук. Потому что если сейчас каким-то образом я умру и все мои алмазы упадут в лаву, я этого просто не переживу. У меня начнется стресс, и я просто могу в этом стрессе удалить вообще мир. Так что главное — это аккуратность. И вот сейчас, как я почти что упал, не делать так. Потом я вернусь и продолжу копаться. Ну а сейчас быстро сматываемся. Скорее, скорее, скорее. Так, аккуратно, здесь нету лавы нигде. Так, а где моя лесенка? Стоп, а где моя лесенка? Так, потише. Быстро, быстро. Дима, Дима, Дима. Нет, пожалуйста, не подходите, зомби. Да нет. Бежим, бежим, бежим. Ран. Где? Там, где я поднимался. Отошли, 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 отошли. Все. Так, вот. И теперь аккуратно поднимаемся. Ничто меня здесь не убьет. Так, у меня 16 алмазов. Если я их донесу, я буду слишком рад. Давай. О, хорошо. Потихоньку поднимаемся. У меня и уголь есть тут. Да. Да ладно. Так, зомби, где бы вы ни были, я вас убью. Такой момент испортили. Фух. Мне показалось, это зомби. Все, складываем наши 16 алмазов сюда. Наконец-то. Так. А, стоп. Да, у меня там лежал уголь. Да. Фух. Я сейчас так волновался. Так. Ну что ж, проверим. Ага. Ну вот у меня вопрос такой. Почему почти что вроде бы даже все вещи, кроме алмазов, не упали в лаву? Ну вот против, кроме того алмаза. Все вещи, кроме того алмаза, не упали в лаву. Почему, я не понимаю. Но хоть Майнкрафт меня пожалел наконец-то. И дал мне 16 алмазов. Давай. Так, и
я возьму у вас чуть-чуть. Еще бы чуть-чуть, и я его вообще сломал бы. А вот этого лучше, кстати, не делать. Не ломать лучше. Да, я ножницами собрал, потому что вы видели то, что одна пчелка. Ну, короче, одна пчела, она не хотела жить здесь, потому что здесь слишком тесно ей. И просто улетела. Так. Вот так хватит. Вроде бы как-то так делается. Да. Так. Пока что я, конечно, не смогу собирать у них мед, потому что нужно, конечно же, еще костер сделать. Ну, я его быстро могу сделать. Так, сейчас пойдем к хлебу. Так, и вернемся домой. Посмотрим, может там что-нибудь переплавилось. Ну, почти что. Здесь вот переплавилось. Так, встаем и спим. Вот, если прислушаться, то можно услышать, как она морщит. А ты мне... Не, не принесла мне ничего. Ну, ладно. 20 гнилой плоти уже. Так, ну, железа, я думаю, у меня будет много. Да, еще как много. Да и золото нормально. Так. Ну, а на этом мы будем прощаться. Это была у нас экстремальная серия, потому что один алмаз мы не спасли, но зато мы добыли 16 алмазов. Всем спасибо за просмотр. С вами был Димбус. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока.